Хочу рассказать о правильной эксплуатации аккумулятора. В большинстве случаев мы утром заводим, доезжаем до работы, машина стоит около работы, потом вечером опять заводим, едем домой. Утром там на всю дорогу уходит у кого как, ну обычно минут 20, наверное. И с работы тоже самое, минут 20 обратно домой. За это время всю ночь простоявший на холоде аккумулятор не успевает забрать обратно всю зарядку, которую он отдал, чтобы завести машину. И так в итоге через несколько дней, обычно 3-4 дня после морозных ночей, в один из прекрасных утров вы машину просто не заведете. Вот в эти дни стояли морозы 20 градусов ночью, и я вот принес домой аккумулятор, он покрылся инеем. Это говорит о том, что внутри он как глыба льда, есть такой замороженный. И если бы я сейчас продолжал ездить по тому популярному графику, утром на работу, целый день машина там стоит, потом вечером опять с работы домой, то через несколько дней он меня просто не завел бы. Мало того, в таком режиме аккумулятор будет в вечном постоянном голодании, что не есть для него хорошо. И потом через года 2-3 он там пластины внутри осыпется, и он будет уже сам на себя замыкаться, будет уже происходить саморазряд, его уже ничто не спасет, придется менять на другой. Поэтому надо через каждые 3-4 месяца, это, кстати, скажет вам любой продавец аккумуляторов и опытный этот профессиональный аккумуляторщик, через каждые 3-4 месяца снимать с машины, отогревать и заряжать его полностью, даже летом, не то что зимой. Вот видите, вот минут 5 прошло, он весь такой в инее. С этой стороны тоже. Он у меня сейчас постоит ночь дома, отогреется, потом я его поставлю на зарядку. Заряжаю я вот такой штукой. Это полностью автомат. От пользователя требуется просто правильно садить клеммы, и все. Остальное он делает сам. После полной зарядки он включается в режим, ну как в машине, имитирует так, как будто бы аккумулятор стоит в машине. То дает зарядку, то не дает. Вот этот индикатор начинает мигать.